Сегодня утром на нескольких улицах Первоуральска разлилась ледяная река. Причиной стала коммунальная авария. На улице Володарского прорвало магистральный водопровод. Подробности у Елены Цивилевой. По улице Чкалова автомобили едут с осторожностью. На пути большие лужи, мокрый снег и лед. И так на протяжении нескольких сотен метров. Коммунальная авария произошла на улице Володарского. Последствия оказались масштабными. Авария произошла в 5 утра. За пару часов вода разлилась на километр проезжей части. От улицы Володарского, Почкалова и до перекрестка Гагарина-Трубников. На место аварии приехали сотрудники водоканала. Первым делом перекрыли холодное водоснабжение. Под отключение попали около 50 многоквартирных домов на улицах Ватутина, Чкалова, Медиков, Папанинцев, Володарского, а также школы и 3 детских сада. Он позвонил: «Мама, у вас есть вода?» Я говорю: «Есть». Он говорит: «Сейчас приеду к вам за водой». У них 3 ребятишек маленьких, так что без воды никак. Коммунальщики говорят, причиной потопа стал порыв на магистральной трубе, воду из которой получают 2 квартала. Пока причина не установлена, сейчас пытаемся добраться до трубы, а после того, как вскроем, будет уже понятно, в чем причина прорыва. Но однозначно прорвало трубу диаметром 400 миллиметров. Чтобы добраться до места порыва, специалистам пришлось перекрыть проезд по улице Володарского и раскопать проезжую часть. Хотела проехать, здесь езжу постоянно. Сейчас опять авария, я здесь живу недалеко, придется объезжать. Не знаю, еще не решила как. До тех пор, пока специалисты не устранят аварию, для жителей будут подвозить питьевую воду. Оставить заявку можно, позвонив в свою управляющую компанию. Елена Цивилева, Евгений Шилов, новости, Первоуральск.